Всем доброго дня! И это видео на моем канале для любителей натуральных камней и минералов. Если вы хотите своими глазами увидеть то, что происходит в эти дни с другой стороны нашей планеты Земля, то это видео для вас. Ведь там проходит самая масштабная международная ярмарка, хорошо известное мероприятие, на котором демонстрируются драгоценные камни, минералы, окаменелости и ювелирные изделия ручной работы. В течение уже более 55 лет, в период с середины января по середину февраля, в полумиллионном городе Тусон, штата Аризона, резко возрастает концентрация творческих личностей. По всему городу открываются павильоны, выставочные центры, да и просто площадки под открытым небом, где встречаются продавцы и покупатели со всего мира. Ежегодно представляет здесь компанию «Русские минералы» мой друг Александр Никифоров. Он бывает очень занят в это горячее для его компании время, но обычно находит все же несколько минут, чтобы отснять хоть немного и прислать мне эти видеофайлы. Благодаря чему мы и можем хотя бы одним глазком заглянуть в город Тусон и посмотреть, что там происходит. Ставьте лайк заранее! После дождей пустыня стала выглядеть очень приятно. Мы сейчас проезжаем хлебные места, где традиционно ведется торговля минералами, изделиями, фауной. Вот в таких вот отелях все это происходит. И в тентах также. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Творческий процесс». Меня зовут Александр, и я начинаю серию небольших репортажей с всемирно известной ярмарки камней в городе Тусоне. Сейчас шоу еще не началось. Только-только идут подготовительные работы, съезжаются дилеры, покупатели со всего земного шара. Через некоторое время здесь будет происходить очень оживленная и интересная жизнь. Бесконечная череда тентов вокруг многих гостиниц. Еще идет распаковка материала. Подвозят что-то новое. Отличного качества бразильские кристаллы. Просто великолепные. Прекрасно оформленный стенд с бразильским материалом. Образцы декоративно подсвечены. Выглядят, конечно, внушительно. Ну и все остальное. Волосатики, стелы из горного хрусталя, и совершенно бесподобные дымчики. Потрясающих размеров жода отличного аметиста из Уругвая. Данный товар продается парами, хотя и не только ими. Вот еще одно чудо препарации. Надо успеть снять, пока покупатель не забрал этот образец.
потрясающий образец просто великолепнейшего уругвайского аметиста. И вот его хозяин, который очень доволен, потому что все это, конечно, продается сходу. И этот камень, конечно же, ушел сразу. Замечательно представленная жеода аметиста. Миша, крутани, пожалуйста. О, да. И какое прекрасное экспозиционное решение. Восхитительные образцы уругвайского аметиста с кальцитом. На одну из витрин мое внимание привлекла группа прекрасных бериллов из Пакистана. Изумительные по качеству образцы. Вот мы в номере, где торгуют бразильским материалом. Очень приятный образец кальцита на аметисте. Поначалу я даже его воспринял как барит, но потом, внимательно рассмотрев, убедился, что я ошибаюсь. Здесь представлены как розничные образцы, так и очень много оптового материала, которым буквально забит данный номер. Вот родонит очень радует глаз. И нежнейших оттенков розовый кварц. Изысканный бразильский материал. От хороших по качеству образцов практически невозможно оторваться. Вот они какие прелестные. Неожиданные сюжеты флорентийской мозаики. Опа. Сделано довольно умело. Прекрасные турмалины из Бразилии и очень качественные камни с других мест. Не самый распространенный минерал и новая находка, которая обильно представлена на витрине. Образцы на витринах могут быть совсем не крупными. Но качество их, конечно, восхищает. That was something. Yeah.
Потрясающие. Потрясающие по качеству витрины. И их здесь совсем немало. Во многих отелях продается массовая продукция из Марокко. Вот оценить ее вы можете сами. Чего только не делают умелые руки марокканских мастеров. Обильно пролившиеся тусани дожди наполнили не только местные реки, но и вот такие вот декоративные ванны, которые продаются прямо под открытым воздухом. Очаровательные динозавры. Вырезанные из цельного камня. Идет монтаж выставок, в том числе палеонтологических. Часть уже собраны, часть ожидают своего часа. Вот. Так. Начинается шоу. Часть дилеров уже выставилась и даже ожидает своих покупателей. Часть только готовится, заезжает и разбирает материал. Некоторые комнаты еще закрыты, а в некоторых оживленно. Очень приличный номер с марокканской фауной. Хотя это не моя любимая тема, но пройти мимо хорошо сделанных образцов невозможно. Здесь и крупные штуфы, и мелкие, но очень хорошо сделанные трилобиты. Изумительная препарация, которая заставляет снимать шляпу перед теми, кто трудился таким образом. Вот она. Морские лилии. Изумительных размеров трилобиты. В этом видео я смонтировала первые видеофайлы, присланные мне Александром. Очень надеюсь на поступление новых. Так что ждем очередной порции интересностей и красивостей. А вы не забудьте поставить лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется так же, как и этот творческий процесс. Ссылка на него в описании этого видео. Много минералов я там не обещаю, это скорее мой личный блог и канал о моем творчестве. Всем творческих успехов и до новых встреч на моем канале «Творческий процесс». Не так часто в городе Тусон можно увидеть лужи. Гораздо чаще здесь происходит шоу. И вот на одной из таких мы и устремляемся.
бесподобный розовый кварц. И огромные развалы всякой фауны. Аммониты неимоверных размеров. И полный тент всякой марокканской продукции. По утрам иногда гуляют павлины.